Всем привет, с вами Артём, канал DubsTales. Наконец-то продолжение комикса «Роковая ошибка», часть 8. Но прежде чем начать, я хочу вам посоветовать одну офигенную онлайн RPG. Называется Dragon Knight 2. Это онлайн-РПГ в фэнтези-мире, то есть вы создаете нового персонажа, прокачиваете его, проходите кучу квестов, зарабатываете деньги, новые предметы, развиваетесь и просто получаете удовольствие. Скачивать ничего не нужно, просто переходи по ссылке в описании, регистрируйся и играй. Рекомендую. А мы начинаем. Вот это класс! Да я же совсем как Леди Баг! Ха-ха! Кто круче всех? Я круче всех! Кстати, а сама Леди Баг где? Она занята пока что. Хорош болтать, лучше помогите мне здесь. Я пиромания! Сейчас ваш городишко сгорит дотла! Я должна быть там! Нужно сделать хоть что-нибудь! Скучаешь по своей Куаме? Ты, дорогая, что было, то было. Я хочу тебе кое-что предложить. Ты же хочешь вернуть свою прелестную Квами назад? И ты хочешь, чтобы я тебе поверила? Ты ударила меня кинжалом! Признаю, но бражник обвел меня вокруг пальца. И теперь я хочу тебе помочь. Глухая, ты меня ранила! Я не верю тебе! Ой, да ладно, хватит уже дуться, ты же не умерла. Ты хочешь ее вернуть или нет? Я помогу тебе добраться до бражника. И что ты хочешь за это? Не забивай свою прелестную маленькую головку всякими глупостями. Так что, ты со мной или нет? Ну что, скучали по комиксам? Сильно? А давайте наберем лайков очень много, чтобы показать, насколько сильно. Допустим, целых 4000. Если и сможем, конечно. Заходите на Ледиблог, там продолжение комикса «Пятна». Еще одна новая страница, ссылка будет в описании. И в Dragon Knight заходите, регистрируйтесь, играйте, глядишь, может, встретимся с вами там. Не забывайте подписываться на канал. Новые видео каждый день. До встречи.